во второй раз за сезон опередил своего партнера. Вот есть у нас возможность, у нашей технической бригады, показать вам запись. Не то ли не столь давнюю, это было всего 10 минут назад, после одного из прогревочных установочных кругов. На въезде на питлейн мы видим, машина остановилась. Дым сзади из-под обтекателя. Это мотор. По-моему, это мотор. Я не знаю, что случилось. Произошло что-то. Это мотор. Окей, попробуй докатить машину на питлейн. Выключи мотор, выключи переключатель и попробуй докатить ее. Виталик услышал это от Джанлуки Пизанелло. Поставил руль на место. Мы видим, попросил помощь комиссаров. Начали они толкать машину. Сел он обратно в кокпит. Это не так и просто сделать. Вообще-то это достаточно долгая процедура. А теперь слушайте внимательно. Вот прямая перед столбом. На пятый в натяг мы видим. И вот. Пять-шесть раз он попробовал с толкача. Мы видели оживить мотор, как это бывает, когда он еще есть на передаче. Но не получилось это. И в итоге дождался все-таки своих механиков. Они выбежали, дотолкали машину. Машина находилась на питлейне, но в районе 20 минут, как вы понимаете, это очень-очень-очень мало, чтобы что-то сделать. Вот только что получил я смс от Оксаны Косаченко. Мы не поедем, мотор сгорел.